Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики Рисли канала, с вами Мегакол, мы продолжаем проходить Heavy Rain на Скотт Шелби, четверг, время 23:43, количество осадков 114 миллиметров. Лорен? Простите, Скотт. В смысле? Зря вы не послушались, мистер Шелби. Предупреждал же, не лезьте в это дело. Ваш сын серийный убийца. Скольких он должен убить, чтобы вы его сдали? Это не он серийный убийца. Борби не подарок, но он мой сын. У вас нет детей, мистер Шелби. Вы не в силах меня понять. Сами напросились. Расследование окончено. Совсем. Как она пошла на это? В смысле? Вода? Мне не нравится вода. Ясно. Лорен! И она... А, ее посадили. Ну, то есть она решила на это пойти, но все-таки ясно, короче. Ее тоже туда же посадили. А, и дверь закрыли еще. А, нет, просто машина такая. Так, твою мать, ну я не знал, Лорен. Не, она так не станет. Похер, давай, Лорен, надо освободиться. Лорен. Да давай. Стекло уже просто все сейчас будет. Выбивай там стеклышком сейчас. Аккуратненько. Разрезай. О, не беси меня, а. Давай. Стекло сейчас уже не все, оно уже не держится. Так, Лорен тоже связан, освободить ее надо. Не, какой? Не, подожди, нет, ты не вылезаешь ни хера. Ты ее сейчас разбудишь для начала. Лорен. Лорен! Лорен, очнись! Лорен! Ну не просыпается. Развязывай ее, давай. Вода поперла, ну Лорен! Ну давай вылези, просто с собой ее возьми только. Заняться плаванием. Но только не таким образом. У тебя есть машина? От моей ничего не осталось. Да, есть. Что ты будешь делать? Пришло время свести счеты. Идем, пора домой. Запри двери, окна и никого не пускай без меня. Ладно? Осторожнее, Скотт. Не хочу тебя терять. Это он зря, конечно. Спасатель. Но ее еще можно не спасти. Тогда она умрет. Не пытайтесь остановить меня. Даже не пытайтесь. Поехали. Твою мать, Крамер, ты вот это вот зря вообще сделал сейчас. Да, привет, пока. Да поехали. Они заплатят за все, что сделали. Давай, пока.
Давай. Кёха. До свидания. Ты, давай, и ты. Ой, туда не попал. Вот туда не... Вот. Ну ладно, тоже, да, тоже забрал вроде. Бах. Нахер пошел. До свидания. Давай, пока. Тебе туда же. Да давай. Кто-нибудь еще хочет мне что-то сказать? Да ты вот дебил, что ли? А ты куда? Ой, не так, кнопка. Плечо попало, да? Ну ладно. Чтобы все-таки Скотт казался человеком, надо, чтобы у него попали. Где Крамер? Назад. Ты кусок говна. Не подходи, стреляю. Да, стреляй давай. Сраный урод. Прошу. Это твой придурок сын убивал детей. Он мастер оригами. Нет, нет, он не виновен. Он не убийца. Не убийца. Ты чертов лжец. Говори правду. Нет, пожалуйста, не бей меня. Говори. Не знаю, я клянусь. Ничего не знаю. Нет, нет, умоляю. Я скажу, я все тебе скажу. Горди. Горди ищет развлечений, понимаешь? Он захотел подражать мастеру оригами. Он похитил парня. Слишком долго продержал его под водой. Несчастный случай. С каждым могло произойти. Он хотел поиграть. Горди признался. Он так плакал, так сожалел о случившемся. Что бы он ни сделал, Горди... Горди мой сын. Кому он нужен? Что? Да тот убитый мальчик. Кому он нужен? Уличный сброд их, как собак нерезанных. Ах ты, дерьмо собачье. А как же Джон Шепард? Зачем носить цветы на могилу? Мне принадлежала стройплощадка. Не могу забыть. Ношу цветы на могилу уже 30 лет. У Джона был близнец. Что с ним стало? Не знаю. Вроде бы отдали другой семье. Его мать, наверное, знает. Ее зовут Анна Шепард. Мое сердце! Сердце! Скорей! Мне нужны таблетки. Там, в ящике. Чертов ублюдок. Пусть подыхает. Собак, да, нерезанных, да? Ну, давай, пока, парень. Кому нужен мальчик? А, пока. Шелби! Вернись! А, не уходи, мать твою! Вернись! Можешь не вставать. Мэдисон. Что мне с Мэдисон-то делать? Я уже даже не знаю, что там может быть-то. Пятница, время 9.07. Количество осадков 127 миллиметров. Там шел, но вообще весело уже, наверное.
Он там плавает. Джон Шепард умер 30 лет назад. Надеюсь, его мать сможет что-то прояснить. Здравствуйте. Могу я видеть Анну Шепард? Распишитесь, пожалуйста. Вы, наверное, родственница. Да, что-то вроде того. О, она так рада будет видеть вас. К ней же никто не приходит. У нее болезнь Альцгеймера. Почти да, охрененно. Как я буду информацию? Но ей будет приятно, понимаете? 19-я палата, в конце коридора. Спасибо. Я ищу комнату номер 19. Шону осталось всего несколько часов. Надеюсь, я не зря сюда приехала. Ну, вообще не зря. Орхидеи. Ладно. Семнадцать, тут не вот здесь где-то 19 должна быть. А хотя не, подожди, нет. Типа 17 наоборот, а вот где-то вот здесь. Или еще дальше. Вот это какая? 19. Миссис Шепард? Что? Пора принимать лекарства? Нет, миссис Шепард, я... Вечно забывают про лекарства. И о чем они думают? В другой больнице всегда давали вовремя. А здесь... Меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Вы не расскажете мне о вашем сыне? Мне не нравится больница. Еда здесь совсем невкусная. Другой ваш сын, миссис Шепард. Брат-близнец Джона. Как его звали? Какой еще сын? У меня нет другого сына. У меня не было детей. Так, это она не помнит. Я знаю, что случилось тогда в Карнаби. Вы помните? Карнаби, говорите? Я, кажется, жила там много лет назад. Денег у нас тогда совсем не было. Еле сводили концы с концами. Вспоминайте, миссис Шепард. Брата Джона отдали приемным родителям, когда случилось несчастье. Вы помните фамилию приемных родителей? Я просила их принести телевизор. Они сказали, у меня нет на это денег. Жалко. Я люблю смотреть телевизор. Ваш сын в беде, миссис Шепард. Он совершил что-то ужасное. Его надо найти. Вы понимаете? Что-то ужасное мне или не знать? Он ни разу не пришел ко мне. За 10 лет ни разу. Ужасно забывать родную мать. Миссис Шепард, ваш сын может быть причастен к убийству. Вероятно, вы можете рассказать что-то, что поможет расследованию. Вы новенькая? Где мое лекарство? У вас был сын Джон, и у него был брат-близнец. Принесли лекарство? Пора пить лекарство. Где тех она вообще не говорит? Вы помните Джона? Мой Джонни. Да, он, то есть Джона напомнит. Мальчик. Оригами? Окей. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Может, эта женщина мать убийцы? Надо как-то заставить ее вспомнить. По делу, может, типа, если я напомню, ну, допустим, покажу ей оригами, может, она что-нибудь вспомнит. Крейн.
сделаю, не знаю. Собака есть. Лягушка какая-то противная. Ну, собака более-менее похожа на что-то адекватное для собаку. О, сейчас складывать надо будет эту хрень. Я же... А, кнопки зажимать опять. В смысле вниз? Так, этот палец мне больше не нужен. Твою мать, секунду. Я просто двумя пальцами сейчас... Так, стоп, мне надо вниз. Так, это мне больше не нужно. R1. Вправо. О! Это было сложно. Вы тоже умеете складывать собачек? Мои детки любили оригами. Я учила их складывать. Все-таки детки. Джону нравились собачки. И каждый он называл Макс. Макс, Макс, Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имена. Но он все равно называл каждого песика Макс. Странно, правда? Кажется, это работает. Надо найти, что еще ей можно показать. Может, какие-то вещи есть еще, я не знаю, ну-ка, в шкафах цветы. Вам редко приносят цветы, миссис Шепард? Нет, а я их люблю. Мой сын знает, что я люблю цветы. Он мне их принесет. Там в зале были орхидеи, по-моему. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Там в коридоре я видел орхидеи. Может, она, если орхидеи увидит... Чтобы она вспомнила фамилию приемных родителей, мне придется посидеть с ней несколько дней. Кстати говоря, Марс уже погибнет. Когда она назовет фамилию, мы уже будем знать, кто мастер оригами. Ну, правда... Ничего не буду говорить. Просто имейте в виду, что сейчас, в конце этого, мы узнаем, кто... Кто наш товарищ. Миссис Шепард рассказывает вам о прошлом? Она почти ничего не помнит. А иногда вспоминает странные вещи. Воспоминания всплывают, когда она видит что-то знакомое. Я ищу ее второго сына. Его усыновили, в смысле, у него теперь другая фамилия. У вас есть какая-нибудь информация о семье, миссис Шепард? Нет, к сожалению, ничего нет о ее семье. Если ее мальчика кто-то усыновил, только она знает об этом. Родные часто навещают ее. Вы единственная за все 10 лет. Ей можно показать ее вещи, так она вспоминает о своем прошлом. Может, у вас получится? Спасибо за совет. Уже этим занимаюсь. Показать ей то, что пробудет воспоминания. Цветок. Там еще оригами у нее валяются на тумбочке. Может быть, я сейчас тоже покажу ей. Какая милая орхидея. Дети любили орхидеи. Я выращивала их во дворе. Когда Джон погиб, я приносила орхидеи на могилу. Так, сейчас еще, может быть, что-то у нее в ящиках есть. Фотка. О, фотка. Фотка хорошо должна попасть. Ну, по идее, должна как-то. Это ваши дети, миссис Шеп. Напомнить ей. Джон и его брат. Это они? Они хорошие детки. Отец совсем не любил их. Вечно пил. Нелегко им жилось на свете. Я так плакала тогда. Я уже потеряла одного ребенка, а теперь у меня забирали второго. Это ужасно. Приемные родители, миссис Шепард. Вы помните фамилию людей, которые забрали брата Джона? Они были очень милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала сыночка. А потом я заболела и перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нем. Подумал, что я совсем разлюбила его. А имя миссис Шепард? Как его звали? А я любила его.
Если бы вы только знали, как я скучала. Прошу, Анна, вспомните, как его звали. Подойдите-ка. А пока секрет держим, ну ладно. Я думал, она сразу узнает, типа она узнала, но... Там есть один очень скользкий момент. Вот, я думал, что она сейчас скажет, либо будет один флешбэк. Но... Пока что пытаются это засекретить, но, поверьте мне, осталось буквально. Ну, я говорю, либо в этой, либо в следующей серии мы с вами уже закончим. Скорее всего, в следующей. Чтобы побольше серии растянуть. Последние буквы, пятница. Время 18:24, количество осадков 130 миллиметров. Как я это выговариваю, я не представляю вообще. Последняя фигурка. Последнее испытание. Последняя фигурка. Последнее испытание. Ну, уже еле-еле идет. Хотя время, блин, вообще мало. То есть Шон там уже, ну, он уже на грани. То есть там момент, когда еще пару сантиметров и все. Все в камерах, но зато комната красивая. Последнее испытание. Последний вопрос. Готовы ли вы отдать жизнь за сына? В этой склянке смертельный яд. Он прикончит вас ровно через 60 минут. Выпив яд, вы получите последние буквы адреса. Вам хватит времени найти сына и попрощаться с ним, но после вы умрете. Можете выпить яд или уйти. Выбор за вами. В смысле? Там же вообще нихера непонятно. Сейчас будем угадывать сидеть. Я сделал то, что был должен, Шон. Скоро папа спасет тебя. Ну, я выполнил 4 из 5 испытаний. И... Это круто. Надо понять, что за адрес. Надо просто понять, что это за адрес. Там полиция вообще постоянно просто прячется, все уже. Я до сих пор не нашел сына, а время уже на исходе. Гребаный шифр, гребаный адрес, мать твою! Должен же быть какой-то выход! Под этот шифр подходит несколько разных адресов. Господи, они разбросаны по всему городу. Я уже не успею объехать все. А у меня там что? Это был корабль? Значит, это был корабль, и какие-то чайки поют. Порт. Там есть что-то около воды? Есть. Вот.
Теодор Рузвельт Роуд. Как раз около воды, там, скорее всего, постоянно корабли гоняют, так что да, оно. Времени у меня хватит только на один адрес. Если Шона там не окажется, то все, конец. Так, я правильно выбрал? Да. Я выбрал, вот, который у воды. Да, то, что у воды. Все, поехали. Да ей, давай. Норман опять. Жертва. Ох. А что с Норманом-то? Что-то я уже, да, даже я уже не помню, что там с Норманом. Надо найти адрес. А что я знаю? Я ничего не знаю. Норман у меня вообще ничего не знает. Ну, он опять пятница, время 18:30, количество осадков 134 миллиметра. До Марса осталось пара часов. Должна же быть хоть одна зацепка. Наверняка у меня под носом. Мальчик умирает, а я топчусь на одном месте! Ну как, собрал свои шмотки? Не понимаю, о чем... Расследование окончено. Убийца найден. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Норман. Оседлай свои папки и дуй назад в Вашингтон. Честно скажу, скучать я не буду. Расследование не окончено. У вас нет улик против Марса? Марс виновен. Дело закрыто. Все равно это тебя не касается. Ты снят с дела. Собирайся и вали. Блейк, да ты долбанутый, сбрендивший психопат! Принимаю как комплимент. Честно говоря, мне на тебя наплевать. Я нашел мастера оригами. Все довольны, истории конец. Скатертью дорожка, Норман. Конченый. Ты опять кроет, бесишь. В смысле ты? Нахер, я даже ничего не нажимал, он принял. Ясно все. Имя убийцы. Даже здесь. Не пытался. Среди кучи данных надо его вычислить, найти пока не поздно. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. Быстро просто сейчас сделаем все, что надо, и все. Так, что есть? Следы шин не интересует, орхидея не интересует. Фигурка, вот это есть, анализ чеков заправки. Два чека с одной заправки. Да. Возможно, убийца живет неподалеку. Нет, это нам ничего не дает. Убийца живет где-то здесь. В этом квартале 342 жителя. Так не пойдет. Нужно как-то сузить область поиска. Этот пистолет убийца бросил в Голубой лагуне. Надо бы пробить его по базе. Конфискован полицией 5 лет назад. Этот пистолет должен все еще быть в полиции. Кто мог его забрать? Только коп. Ясно. У РС было в режиме записи, когда я дрался с убийцей. Надо посмотреть запись. Ну,
Этот меч был с самого начала в кабинете Пако. Он никак не связан с убийцей. Ну-ка. Как-то на его лицо посмотреть, я не успеваю нажать на момент, понимаете? Ну вот, лицо не видно. Золотые часы. Где-то я такие уже видел. Что? Такого даже я не знаю. Часы, которые дарят всем, кто дослужился до лейтенанта. Убийца, коп! Да нет, остановись. Да все, стоп, мне нахер не надо вот это вот. Убери, все. Там еще что-то есть просто. Следы шин, похер, вот это что, убийца, вот. Похоже, убийца полицейский. Картер Блейк. Это объяснит неудачи в расследовании и желание обвинить Итана Марса. Ну, лес невозможен. Ну, ладно, да тупо. Что это? Это коп. Но в обозначенной зоне живет только один коп. Попался. У него есть склад в порту. Если я ошибся, Шон Марс погиб. Че, опять кроет? Нет? Нормально все. Точно та самая машина. В порту? Вызывай спецназ и вертолет. Что, сегодня? Ясное дело, сегодня, придурок. Прямо сейчас. Мы с вами продолжим в следующей серии, потому что нас с вами ждет уже только последний, финальный какой-то такой эпизод. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь, а мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.